Здравствуйте, Виктория Александровна. Здравствуйте. С чем обратились? Я вас слушаю. Что вас беспокоит? Медицинская помощь онлайн. Пациент получает консультацию врача-эндокринолога, не выходя из дома. Специалист подробно узнает о состоянии и дает рекомендации, не нарушая режим самоизоляции. Пациенты к этому достаточно быстро привыкают. Им это удобно, им это очень нравится. Они могут достаточно многие вопросы для себя выяснить, которые, возможно, на приеме не все из-за волнения или из-за чего-то они как бы успевают. Виртуально диагнозы врачи не ставят, корректируют уже назначенную схему лечения. Медицинскую помощь онлайн могут получить и пациенты с коронавирусной инфекцией, при условии, если болезнь протекает в легкой форме. Первоначально должен быть произведен осмотр доктором. Мы рекомендуем пациентам своим все-таки не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом при ухудшении самочувствия, а уже контролируем таких пациентов дистанционно как раз по всем средствам связи. За бесплатной консультацией врача может обратиться любой житель региона. Для этого необходима регистрация на портале госуслуг. Помимо 15-й городской поликлиники, дистанционную работу с пациентами уже начали врачи 8-й Самарской больницы, 2-й и 3-й больниц в Тольятти. Для медицинских учреждений сейчас дополнительно закупают порядка 750 комплектов оборудования, чтобы возможность провести видеоконференц-связь была у большего числа узких специалистов. Лариса Шлафаст, «События».